Привет всем, друзья! С вами интересный канал, и на обзоре у нас монета Южноафриканской Республики 50 центов 1995 года. Это монета регулярного чекана. Монета такого типа чеканилась в период с 1990 по 1995 год. В обиходе находятся монеты номиналов 5, 10, 20 и 50 центов, а также 1, 2 и 5 рантов. Монеты 1 и 2 цента были выведены из обихода в апреле 2002 года. Давайте рассмотрим нашу монету. Перед нами аверс, на котором изображен герб ЮАР, который был принят в 1910 году. В 30 году был немного изменен, а в 1932 немного дополнен. Автор проекта герба Артур Халандер. Этот герб был гербом Южноафриканского союза до 1961, а с 1961 по 2000 гербом Южноафриканской республики. В верхней части монеты по окружности надпись «Южная Африка», внизу монеты год чеканки 1995. Автор аверса Артур Саттерленд. Давайте рассмотрим реверс монеты. Перед нами реверс монеты. Автор реверса Грант Гоголь. Ориентация монеты медальная. Соотношение между аверсом и реверсом 0 градусов. На реверсе изображен цифрой 50 номинал. Ниже английская буква С. Цент. А ниже изображен кустарник растения стрелиция королевская. Родина этого растения ЮАР. В ЮАР его чтут как символ свободы, а вот в США оно стало официальным растением Лос-Анджелеса. Насчитывает род 5 видов, причем последний был открыт в 2016 году. Произрастает в ЮАР на влажных пригорьях, где может достигать высоты до 2 метров. В народе оно называется райская птица, имеет длинные, продолговатые, как у бананового дерева, листья темно-зеленого цвета. А цветок похож на райскую птицу, имеет своеобразный хохолок и клювик. Ботаническое родовое название растению было дано в честь принцессы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги британского короля Георга III, патронессы королевских ботанических садов Кью, коллекции которых впервые появилась и была описана в 1789 году «Стрелиция королевская». Данная монета была очеканена на монетном дворе Претории. Сделана монета из стали, покрыта бронзой. Диаметр 22 мм. Толщина 1,88 мм. Гурт рубчатый, вес 5 граммов. Цена монеты зависит от состояния и места, где вы будете покупать монету. От 5 до 15 гривен. Спасибо, друзья, всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи. Пока.